Это я прибыл в маленький латвийский городок Огры, что в 40 километрах от Риги, полюбоваться рождественской красотой. Вот успел по снежку, у нас тут выпал на пару дней снежок, и пока он не растаял, мы рванули в Огры. Видите, вот советская застройка, ну городу там всего каких 150, может чуть больше лет. Зато посмотрите, какая здесь карета с лошадьми. И я на этой карете прокатился. Кстати, вот сбоку, обратите внимание, старинный деревянный домик. Такой с самого начала 20 века. Слушайте, как лошади ржут. И карета такая, она оп-оп-оп колыхается. Вот он я, за вожжами. Пешеходный мостик в Огре. И речушка Огре и Лашу-Упе. Лососевая река. И вот вдоль реки здесь идет променад. Сейчас как раз подсветку включили. Ну, летом, осенью, весной, конечно, более душевно, чем зимой. Когда тут много зелени, все такое. А, какие деревца! Это я все в Огре, уже повечерело. Есть такая аллея с променадиком небольшим. И, ну, молодцы, смотри, вдоль дороги два дерева так красиво. Для маленького городка очень даже симпатично. Ну а вот здесь начинается самая красота. Главная рождественско-новогодняя елка Огры. И смотрите, какая богатая подсветка. Деревья, шары такие сияющие. Вот все на такой одной очень яркой пешеходной улице. Причем учтите, что глазами вся эта красота куда интереснее, чем камера может уловить, моя такая средненькая. Смотрите, тут какие скамейки, лежанки. Можно так разложить и что покушать на таких. С ногами так залазишь. Что, нормально? Лавочки. В Риге в этом году скромно украсили, экономно в связи с пандемией все дела. В некоторых вот латвийских городках, как в Огре, население чуть больше 20 тысяч человек, такие прикольные аллеи. Там, видите, это еще не кончается, там дальше я сейчас пройду. Деревца очень яркие, все симпатично. Тут же можно в ларьке взять кофе или какой напиток другой. Не посмотрел, может даже глинтвейн здесь можно взять. И вот туда, вперед. Ну вот эта улица в Огре называется улица Бривибас, улица Свободы. Если в Риге улица Бривибас, это такая магистральная улица, правильно сказать, в центре города, то здесь она, флаг такой огромный, пешеходная, вот пешеходная, очень яркая, приятная для зимы, для праздников, там культурный центр, вперед, вот. Довольно внушительный по размерам. Ну, а здесь вот она. Если отойти еще в сторонку немного, смотрите, тут подсветка тоже. Ну, вот. Такие дела. Здание местного огрского самоуправления с гербом. И здесь вот рождественский вертеп. Так, по-простому. Волхвы. И там уже как раз вперед идет эта улочка Бривибас, пешеходная улочка, по которой я сейчас гулял.
В общем, ребятки, не отказывайте себе в зимних прогулках. Пусть 2021 год попрощается с коронавирусной инфекцией. Ну и подписывайтесь на мой канал, кто это еще не сделал.